Всем привет, мои друзья-подписчики, гости моего канала. Сегодня у нас будет в рубрике небольшая экскурсия, кроме на огород. Покажу вам, как у него занимается там хозяйством красиво. Мама все облагораживает, красиво у нее растут всякие цветы, куча кактусов. В общем, пока все цветет, надо все заснимать, все интересно. Такой будет небольшой обзорчик, вот. Пособираю к нему ягодки, приду, вот, он меня пригласил, у него там что-то растет вкусненькое, и он мне сказал, огурцов даст, пока жара, огурцы прут, и более надо будет закатывать, заготовками на зиму уже заниматься, так что наберу у него огурчиков, сделаю вам небольшую экскурсию. А вот видите, у нас год вообще не яблочный нынче, ну вот я стою прямо под яблоней, которая вся усыпана, не поверите. У кого-то, вот видите, есть, у кого-то нету. У нас вот в том году был яблочный год, были все яблони целые. А тут вот у кого-то, видите, вот так вот цветет, все вот в зеленых яблоках абсолютно. У кого-то вот ни одного яблока нет. А я, знаете, как ее обнаружил, шел по дорожке и нашел такие падают штуки. И обнаружил. Сейчас. Их, наверное, кислые еще. Фу, блин, на компот только. И килограмм сахара. На компот такие пойдут. Нет, так есть еще их раны, конечно, кислятина. Кстати, тут вишня рядом. Тоже уже спеет. Зи. Короче, пока до Ромы не дойдешь, уже можешь уже наесться. У них просто здесь частный сектор, линии идут, и всегда у них по линии тут то растут всякие вишни, ягоды, то спелые набрал, остальные еще не особо спелые. Так что можно наесться, не доходя до Ромы. Сейчас я вам покажу их палисадник около дома. Как они облагородили кучу цветов. Мать у него, конечно, молодец. Любит цветами заниматься. Все в порядке. Вот. Это уже ихние. Вот. Ты представляете, ребят? Это вот у них раз газон. И там еще второй газон. Вы представляете, сколько труда? Надо выйти из дома вот на такую дорогу общую. И у себя у дома засадить столько цветов. И каждый вечер они выносят сюда с шлангом, их поливают. Это просто что-то с чем-то. Цветов различных уйма красивых. Я просто даже не знаю, как туда ногами вступать, вам все показать. Разновидностей очень много. И плюс мы сейчас еще в огород, когда зайдем, вы там вообще увидите, там просто что-то нереальное. У них ромашки тут. Ну, ромашки все знают. Я большую часть, половину цветов вообще даже не знаю, как они называются, если честно. Вот это, наверное, какие-то ноготки, что ли. А может, я ошибаюсь. Тут аккуратненько это как-то можно же ходить. Вот у них сколько сорняков, кстати, надо полоть. Вылезли. А вот это листья этого ревня. Ой, блин, не ревня, а этого. Не щавеля, а хрена. По-моему, хрен тут разрос у них. В общем, цветов капец сколько. Этот у них был первый газон. Ну, тут еще у них маленький газончик под деревцем растет. Вот тут это. Вон у них там что творится. Как вот к ним заходишь, вон у них там что-то. Как у них веранда вся украшена цветами. Но это ладно, сейчас мы вернемся к этому. Сейчас вот тут второй газон ихний, посмотрю, что у них тут-то. Ну, это опять какие-то вот ноготки. Это я не знаю, что за цветы. Это я тоже не знаю. Кто знает, какие цветы я навел камерой и что за название. Девчонки, там многие у нас в подписчицах, девушки, есть огородницы. Есть это, кто занимается и любит цветами. У меня там несколько каналов таким. Я помню, к ним всегда захожу, тоже смотрю. Так что я думаю,
Они-то точно знают, что за название и что за цветы. Ну что, пойдемте войдем, что ли, как воры. О, а нас ждут, уже открыто. Сейчас. Вот. Что у них тут еще? Какая красотень у них тут. Целый ботанический сад. Вот такой вот. Все красиво украшено. Какие-то вот уже, правда, завяли. Ой, сколько здесь ос, наверное, шмелей. Все это будет опылять. Красота. Да там вся веранда. Можно, конечно, подняться, посмотреть вид сверху. Сколько тут, конечно, сколько труда, усилий, все за это следить, все это поливать, это, конечно, я свои-то дома домашние цветы иногда и то забываю поливать, ухаживать, а тут вообще, конечно, это мы на чердак зашли, к Ромику, он тут прибрался уже. Телевизор себе тут принес с видиком. Наверное, тут смотрит что-то. Компьютер, блин, старый. Таких уж нет ни у кого. Ясно. Кладовка. В общем. Что-то они тут сетку какую-то сделали от москитов. Сам себе режиссер, что ли? Здорово, режиссер. Здорово. Что там все снимаешь? Ботанический сад надо заснять, твой весь заснял. Людям же интересно, как тут все красиво. У нас сегодня чисто экскурсия по твоему огороду. Так что веди, экскурсовод. Это что, это как называется вот это вот? Кабачок-патиссон? Взять. Так, вот это мне Рома. Что тут он нам? Вот он нам насобирал урожай. Это мы будем закатывать, а это мы на еду. Жалко, длинных мало. Длинные вкусные. Зазульки. У нас кустик с иргой, да? По-моему. Деревце. Да, это ирга. Видать, не так давно посажено, еще не выросло толком. Ну, прошлогодние, да, наверное? А это вот как ягодки называются, забыл. Барбарис. А, барбарис, да. О, барбарис, кстати, очень вкусный. Уже сладкий. А вот, кстати, взошел на потихонечку мой любимый горох. В том году только я у него их ел. Его ел. Они его мало едят, они в основном из него делают рассаду на следующий год, там, на семена. Но он еще, конечно, его рано есть. Блин, смотрите, они тут ловушку сделали нитками, чтобы я не пробирался гороху, наверное. Вот этот уже можно один сорвать. Тут уже более-менее. Я не люблю, вот когда вот они крупные, они... Ну-ка, подержи. Они когда вот крупные, они невкусные уже, ребят. Когда вот он еще молодой такой, вот молочный. Короче, горошек надо брать молодой. Вот сейчас он еще немножко набухнет больше, он же будет невкусный, ребят. Уже такой будет на семена жесткий. А пока вот он такой, он вкусный. В детстве прям с этим ели. Вот у них скоро будут свои помидорки. Наверное, они будут доспевать, как и у всех людей на подоконнике, да, на солнечном цвету. Потому что... Это у них тут немножко листья свеклы, по-моему, еще вперемешку. Это у них маленький вид помидоров, да? Черри. Или они все одинаковые? Это как черри какие-то. А это кто такие? А, ну это перцы у них тут живут. Блин, как бы к ним подкраситься-то? Вот они так вот внизу красиво у них растут. Как грибы под деревьями, видите? Вот. Веди дальше нас, Сусанин. Это у них земляничка. Вокруг этой посажена.
Ну, как же без цветов-то? Ну, как же без цветов-то? Тут прямо даже шашлык жарить уже стрёмно, потому что боишься, что все пропахнет, и цветы все загнутся от дыма. О-о-о! Все, что нашел, все мое, ребят. Ой, фу, не спел я, походу. Лук весь положила у них, видите? Кто тут еще у нас вкусный? Вон там что-то, чуть смородина, что ли? Смородина. Смотри-ка-то, они в том году все кусты убили свои, да? И вот нынче новые посадили. И вон у них уже как она усыпана. Завтра вот мы поедем к себе в Залесье. Там надо тоже смородину оббирать. Какая крупная, как лошадь прямо. Хм. Да, все, смородина прирослась. А это красная, да? Красная смородина. У меня в огороде тоже есть и красные, и белые по одному кустику. Хм. А вот по этому ходить можно? Это что такое? Да. Ну-ка, попробуем. О, еще и белая. В том году я белую только это, в настойку добавлял. О. Потом эту настойку выпьешь, эти ягоды, водку, которую в себя вобрали, ой, есть лучше невозможно. Ой. Ну, короче, смотрите, можно далеко не ехать, у Ромы настойку забастырить прям. Чуть-чуть этих гор, чуть-чуть эту и водку залить. Так, это у них опять лук. Где у нас теплица с огурцами? Это теплица, я так понимаю, с морковью у них вторая. И там что это такое справа? Да это что, типа цветная капуста. Цветная капуста. И целая грядка моркови. А здесь у нас долгожданный парник интересных экскурсий огуречной. Конечно же, как же без чеснока? Кстати, нам надо будет выдрать 2 или 3 головки. Это свекла, много-много чеснока. Это у нас огромные кабачки, да? Кабачки. За ними растет огромный, ребят, грыжовник, за которым мы, кстати, сегодня и нацелены. Смотрите, какой крупный. Только как к нему тут пролезть, я не знаю. И не подавить бы тут эти кабачки. Но это что-то такие шайбы. Давно я таких крупных не встречал. Он еще, правда, не покраснел. У него здесь, по-моему, 2 сорта. Один красный, маленький. Красные, они еще дай храм. Да, они должны покраснеть, а другой и зеленый. Первые 3, они уже поспели. Я уже Ну, это такой. И он еще не сладкий совсем, но и не сильно кислый. Такой нормально. Вкусный. А у меня его мама это добавляет в кабачки, когда он всякие закрутки делает с перцами. Грыжовник добавляет там какую-то ей пикантность. В общем, каждая хозяйка делает своими рецептами. А вот мы попали в рай плюща огуречного. Вот, видали, какой длинный писюн. Ну, какие у них тут писюны висят, видали? Это они мне еще сколько нарвали, так это еще сколько огурцов висит. Вот так вот. Зазульки вот эти длинные, да, хороший сорт огурцов. Ну ладно. Вот такая вот экскурсия по огороду. Сами видите, у человека мать и родители занимаются огородом, все, за всем следят, за ягодами, за красивыми видами, чтобы все было красиво в огороде и уютно. Не к добру будет сказано, не как у некоторых личностей, которых вы видели в моем ролике, да, то есть, что у меня огород весь заброшенный, там, я им не занимаюсь, вот. Не то, что, как говорится, у некоторых. Вот. Здесь у них все уютно и красиво. Ну ладно,
Пойдем собирать мы крыжовник, так как нам огурцы уже набрали. Сейчас выделим чеснок и собираем. Сейчас я бабайку расхлебну.